Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, уважаемые гости. С вами сегодня Буховцев Сергей, и цель моя сегодня рассказать вам просто о потрясающей новости, о потрясающей возможности, о возможности, которые сегодня используют уже более чем 500 000 людей на нашей планете. Пару слов хочу сказать о себе. Я бизнесом занимаюсь 22 года, из них последние 10 лет – это бизнес индустрии прямых продаж. Речь идет о возможности создать просто классный бизнес. И хочу начать этот разговор с мечты. Почему с мечты? Потому что я не знаю ни одного человека в мире, который бы, не имея мечту, чего-то достиг существенно. Я уверен на 100%, что у всех наших гостей, сегодня здесь присутствующих, и не только гостей, есть мечта. Давайте подумаем о том, если бы вы осуществили эту мечту, возможно, это приобретение машины, возможно, дома. Может быть, вам не достает время для того, чтобы общаться с семьей, с друзьями. Вот подумайте о том, как бы, насколько изменилась бы ваша жизнь, если бы вы осуществили эту мечту. Вы знаете, сейчас очень много людей, которые задумываются о построении какого-то бизнеса. Очень много молодежи, которая уже поняла, что работая по найму, ничего не добьешься в этой жизни. Но для того, чтобы сегодня найти бизнес, надо решить, что же вы будете продвигать, какой товар, либо какую услугу. Так вот, давайте представим, давайте тоже вместе так немножко помечтаем. Давайте представим, что мы могли бы зарабатывать на продуктах и услугах, которые потребляют все люди на Земле. Причем потребляют каждый день. А еще эти люди без этих продуктов вообще не могут оставаться, ну, вообще. То есть они не могут прожить даже одного дня без этих продуктов. Вот что это могут быть за продукты? Конечно же, первое, что приходит на ум, это, ну, поесть, наверное, что-то. Вы знаете, кроме еды есть еще более важные вещи, я вам немножко натолкну на эту мысль. Вот представьте, утром вы едете на работу и вышли из дома, и по какой-то причине забыли свой телефон. Если бы вы не поели, вы бы махнули рукой, потому что много кафе, вы бы зашли, везде поели. Но сегодня остаться без телефона – это вообще кошмарно. Вы знаете, я немножко о своей семье скажу. Вот вчера моя жена сказала, что если она забывает телефон, это просто катастрофа. И сегодня реальность такова, что остаться без связи для активного человека, ну, это просто ужасная вещь. Итак, о чем мы сегодня говорим? Мы говорим о том, что существует огромный рынок. Этот рынок – это индустрия мобильных технологий и коммуникаций. На этом рынке сегодня годовой товарооборот составляет около 300 миллиардов долларов. И мы в том числе входим в количество 4 миллиарда клиентов. Итак, я свой разговор начал с возможностей, я начал с мечты. И сейчас я рассказываю о том, что на этом огромном рынке появилась уникальная возможность каждому простому человеку начать свой бизнес. Каким образом это происходит? Вы знаете, компания Word запускает проект, называется этот проект MCL5G. Что сделала эта компания? Она разрушила парадигму рынка, потому что раньше считалось, что вообще мобильный рынок, он давно разделен, на протяжении 25 лет он разделен, и ведущие операторы имеют там свои доли, вообще никого туда не пускают. На самом деле это не так. Давайте в этом, я вас в этом разубежу. Как же это работает? Давайте посмотрим ролик, а потом мы разберем этот ролик, можно сказать, на составляющие. Крупнейшая бизнес-возможность всего в трех шагах от вас. С помощью трех простых действий вы измените способ общения для вас, вашей семьи и ваших друзей. До настоящего времени крупные доходы в отрасли коммуникации были зарезервированы немногим элитным операторам. До сегодняшнего дня никому не удавалось повлиять на эту реальность и завладеть сегментом этого рынка ни виртуальным мобильным операторам, ни многим операторам VoIP. Правда заключается в том, что на данном рынке зарабатывает не тот, кто предоставляет лучшие предложения или самые низкие тарифы, а тот, кто на самом деле владеет сетью коммуникаций World.
ломают эту парадигму, создавая первую частную сеть глобальной коммуникации, состоящую из людей, которые являются ее владельцами. Рождается Ncell 5G, новый инновационный проект World. Как он работает? Вы должны осуществить три простых действия, три шага в направлении будущего. Первое. Стройте. Создайте вашу сеть. Установите Space Station в желаемом вами количестве и разделяйте новый сигнал Ncell дома, в офисах, в магазинах. Практически везде, где вы хотите. Транслируйте ваш 5-гигагерцовый сигнал в высоком разрешении. Второе. Соединяйтесь. Когда ваш Space Phone подключен к Space Station, вы ничего не платите. Звоните, обменивайтесь сообщениями, пользуйтесь интернетом, не меняя ваших привычек. Когда вы перемещаетесь благодаря Ncell 5G, ваш телефон будет выбирать автоматически лучший сигнал. Третье. Зарабатывайте. Подсоединившись к сигналу Ncell, вы используете вашу сеть, а не сеть оператора. Таким образом, вы избегаете перегрузки мобильных сетей и генерируете сбережения. Сбережения, которые превращаются в доходы, которые будут разделены между вами и вашей структурой. Просто, не так ли? Чем больше Space Station вы установите, тем больше вы повысите ваши доходы. Начните сейчас построение вашей сети Ncell, принося доходы себе и всему обществу. Измените вашу жизнь с помощью трех простых шагов. Чего вы ждете? Досчитайте до трех и вперед! Есть такие, кто с первого раза все понял? Ну, я думаю, очень мало, потому что действительно информация очень новая, и все это очень быстро проходит, но не беда. Мы сейчас подробно со всем разберемся. Итак, на этом слайде вы видите слева три гаджета, которые участвуют в этом проекте. Что же такое за проект? Итак, проект Ncell 5G. Это эксклюзивная и инновационная беспроводная технология, разработанная компанией World, которая позволяет каждому человеку построить глобальную мобильную сеть, владеть ею и зарабатывать как мобильный оператор. В дополнение хочу сказать, что за последние 25 лет не было ни единого шанса зайти на рынок тех мобильных операторов, которые в каждой стране, кстати, немного, 3, 4, 5, уже давно разделили рынок и никого последние 25 лет не пускали. Я чуть попозже расскажу причины, почему так произошло и почему сегодня появилась такая возможность. Итак, давайте более подробно разберем, что же это за проект. Итак, первым шагом, говорилось в ролике, стройте. Space Station – это базовая, это микробазовая станция, генерирующая сигнал Ncell 5G. В ролике было видно, что как раз-то Space Station составляет именно вот эту вот основу. Я сейчас немножко так обычным таким простым языком расскажу, что это такое за Space Station. Если вы помните, в 90-х годах, когда ваши страны пришли первые мобильные операторы, с чего они начали? Они начали с построения вышек. То есть каждый мобильный оператор приходил, строил вышки. Чем больше становилось вышек, тем лучше становилась связь, тем лучше становилось качество. Проблема в том, что вышка стоит очень дорого, это 100-150 тысяч долларов, это раз. Во-вторых, если в 90-х годах связь была слабенькая, это было 2G, 3G, сегодня в многих частях, в крупных городах уже 4G, есть даже страны с полным покрытием 4G. Так вот, для того, чтобы повысить качество, например, с 3G на 4G, количество вышек должно увеличиваться на порядок, то есть на 10. Сегодня вообще в интернете очень много информации о связи 5G. Так вот, представьте себе, что у нас нет даже 4G, а в основном 3G. Так вот, для того, чтобы сегодня использовать старую технологию для ретрансляции 5G, нужно количество вышек умножить на 20. То есть это просто невозможно. Так вот, компания разработала новую технологию, с помощью которой вот этими вышками становится как раз Space Station. И разница в том состоит, что все вышки принадлежат мобильным операторам, а вот такие вот маленькие вышки принадлежат каждому человеку, который прежде всего использует эту вышку, маленькую вышку, для себя, для своего для собственного использования, но не только. Итак, Space Station – это микробазовая станция, генерирующая сигнал Ncell 5G.
является основой для создания собственной беспроводной сети. Чем больше Space Station вы установите, тем больше прибыли вы получите. Вот, смотрите, появилось слово «прибыль». Что это значит? Это значит, каждый человек, собственник этой вышки маленькой Space Station, не только использует для собственного потребления, но и раздает сигнал MCL 5G. Кстати, в радиусе 200 метров. Причем бесплатно. Так вот, зарабатываете именно за то, что раздаете этот сигнал. Итак, что же такое сама технология MCL 5G? Это фирменная технология, которая использует Wireless 4G LTE. Ранее эта частота использовалась только лицензированной мобильными операторами, но была переработана компанией для работы на частоте 5 ГГц, которая не лицензируется и используется для соединения Wi-Fi. Отсюда эта информация уже говорит о том, что для того, чтобы зарабатывать деньги с помощью этой станции, не нужно абсолютно никакие лицензии, не нужно регистрироваться предпринимателем каким-то. Достаточно того, что вы приобретете эту станцию, будете использовать для себя и будете раздавать этот сигнал окружающим. Понятно. Идем дальше. Кстати, сейчас вообще в мире проблема. Наверное, вы с ними столкнулись, с этой проблемой сталкиваетесь. Вот я реально вчера столкнулся. В чем проблема? Проблема в том, что наш интернет становится все хуже и хуже. Мы каждый раз подключаем более высокие тарифы, но тем не менее есть такие, есть такое понятие пиковая нагрузка. Так вот, вчера я должен был проводить точно такой же вебинар, но у меня полностью обвалился интернет. Я потом проанализировал, почему так произошло, пиковая нагрузка. То есть вчера была пятница, очень многие люди пришли домой после рабочей недели и включили в интернет. И в 8 часов интернет просто обвалился. Я не знаю, как у вас, у меня очень хороший интернет, но, к примеру, с 12 до часа он не работает. Почему? Понятно, да? Потому что обед у всех людей, и если раньше все забивали в козла, то сейчас все включают интернет. То же самое происходит где-то с 5 до 6. О чем это говорит? Вообще, мировые эксперты говорят о том, что если ничего не изменится, то в ближайшие 2-3 года интернет вообще перестанет работать. Ну, я говорю о том интернете, который мы сегодня имеем. Итак, давайте идем дальше. Второй шаг, о котором было сказано в ролике, соединяйтесь. Итак, здесь представлен новый гаджет, называется он SpaceFone. Это пока единственный в мире смартфон, который принимает сигнал MCL 5G. От Space Station. Вы можете совершать звонки, отправлять сообщения, находиться в интернете. Все как обычно, но гораздо быстрее. Кроме того, благодаря технологии MCL 5G, ваш смартфон будет автоматически выбирать лучшее соединение между 3G, 4G, Wi-Fi и сигналом MCL 5G. Вы знаете, это потрясающий вообще телефон. Но самое потрясающее в нем даже не то, что это единственный телефон, который имеет сигнал MCL 5G. Скажу, что наша компания, название вы узнаете чуть позже, зашла уже на 3 огромных рынка как виртуальный мобильный оператор. С начала года это произошло в США, 17 октября это произошло в Индии и с 21 ноября это произойдет в России. Вот здесь присутствуют люди, которые либо живут в России, либо очень близки к России. Я хочу сказать, Немножко расскажу, что произойдет в России и принципы работы. Ну, так, чтобы было понятно, какие тарифы будут. Есть в России такая компания, виртуальный мобильный оператор Йота, который предоставляет виртуальный интернет. Так вот, для пользователей нашей системы тарифы будут на 20% ниже, чем у Йота. То есть, другими словами, на те рынки, где компания зашла как мобильный оператор, она выбирает самый низкий тариф. Или, скажем так, 20% ниже абсолютно любого тарифа. Это очень важно. Второй момент. Любой человек, который купил карту, GSM-карту компании, не только кроме экономии, если он хочет, кстати, еще больше сэкономить, если по его рекомендации в этом месяце приходят еще 3 человека и подключаются, он за этот месяц тариф вообще у него нулевой тариф. Ну, мы говорим об экономии. Но давайте поговорим о построении сети, потому что в ролике говорилось о том, что
что с помощью технологий, с помощью тех гаджетов, о которых я говорю, можно строить сеть. Это реально. То есть впервые за 25 лет появилась возможность самостоятельно строить сеть, и впоследствии, в течение всей жизни вашей, ваших детей и внуков, вы можете зарабатывать и получать доходы от вашей сети. У этого телефона есть еще одна потрясающая функция. Вообще функция, которая просто выносит мозг. Ну, представляете такую картину. Вы встретили человека, у которого есть какой-то телефон. Он предлагает вам позвонить. Естественно, вы звоните, и вы начинаете разговаривать. То есть проблемы абсолютно, то есть ничего супер в этом нет. То есть все телефоны так работают. Далее, он отключает интернет. Вы опять звоните, опять разговариваете. Но вы понимаете, что кроме интернета у него осталась еще симка. Но он достает симку и предлагает вам позвонить. Вы понимаете, что в телефоне нет симки и в телефоне нет Wi-Fi. Но когда вы звоните, до него доходит звонок, вы прекрасно говорите. Так вот, эта технология сегодня заложена в наш новый телефон. Почему так происходит? Потому что эта технология связана с GSM, и компания заключила 470 договоров в 230 странах мира. Это значит, что если у вас дома стоит Space Station, кстати, я забыл сказать, что Space Station для того, чтобы работал, надо его подсоединить к какому-то интернету. И, кстати, если пользователями Space Station дают сигнал в радиусе 200 метров, и, к примеру, в это покрытие попадают люди, у которых старые телефоны, скажем, 3G, там, может быть, 4G. Будут ли они воспринимать сигнал? Конечно, да. Более того, этот сигнал будет, скорость не увеличивается, но улучшает. Телефон действительно красив. Он сегодня обладает всеми, буквально самыми лучшими в мире наворотами. Ну, с чем сравнить можно этот телефон? Можно сравнить с iPhone 6. Я потом картинку покажу. Но самое ценное даже не в том. Даже не только в том, что это первый в мире телефон, который принимает сигнал MCL5G. Это телефон, представьте, у вас есть такой телефон, и есть телефон, в Австралии. Так вот, используя MCL5G, вы бесплатно говорите. То есть этот телефон будет давать вам постоянно очень большую экономию. И, как я уже говорил, вы просто выносить будете мозг людям, которые хотите пригласить в компанию. То есть к вам просто, учитывая партнерскую программу, естественно, мы будем создавать сеть будем создавать из людей, и люди просто к вам валить будут, потому что те свойства, которые есть у телефона, их сегодня нет. То есть сегодня аналогичных свойств просто нет. 470 договоров в 230 странах мира компания заключила. Таким образом, если в вашем доме стоит Space Station, вы можете разъезжать по всему миру и разговаривать со всеми людьми, кто будет вам звонить, без симки и без интернета. Еще раз говорю о том, что вы можете достать свою симку, вы можете отключить интернет, Wi-Fi, но звонки будут идти на ваш телефон, и вы будете прекрасно слышать, разговаривать с этим человеком. Вот эта сравнительная характеристика с iPhone 6. Я так скажу, что где-то плюсы есть, где-то минусы есть, но самое ценное состоит в том, что этот телефон уровня iPhone 6 стоит практически в 2 раза дешевле. Ну, естественно, он обладает теми свойствами, которые не обладает сегодня ни один вообще телефон в мире. А вообще, если говорить о телефонах, сегодня надо сказать, что с 2010 года ни в одном телефоне мира не появилось ни одной стоящей функции. То есть менялся цвет, менялись размеры, менялся дизайн, но ни одной новой функции не было введено. Итак, это первый телефон 2010 года, в котором появилась новая функция. И третий шаг, о котором было сказано в ролике, зарабатывайте. С помощью One World Plan. Что это такое? В каждой стране, в которой работает компания, это более чем 100 стран мира, предусмотрен план, который вы можете менять под свои реальные потребности. Этот план будет позволять экономить вам до 30%, и он будет вам позволять зарабатывать. Я уже сказал, почему зарабатывать, потому что, имея такую станцию,
вы не только пользуетесь сами, но вы раздаете бесплатный интернет. Вот за то, что вам вы раздаете бесплатный интернет, вот за это компания вам будет платить пассивный доход. Примерный план. Здесь сравнение с американским планом. Компания T-Mobile США. Вы видите, что если набор функций слева и справа одинаковые, то вы выигрываете как минимум 20%. А с использованием партнерской программы до 100%. Вот на этом слайде показана перспектива развития нашего проекта. Итак, слева 100% сегодня это мобильные операторы, которые не дают вам заработать. Ну, экономить дают, но не очень много и нестабильно. А справа как раз те возможности, которые есть сегодня у этого проекта. Так вот, амбиции компании состоят в том, что до 2020 года, пока, кстати, компания не будет иметь конкуренции вообще по интернету, по связи 5G, компания планирует захватить до 60% мирового рынка беспроводных соединений. Я не оговорился. Компания собирается захватить до 2020 года до 60% рынка беспроводных соединений. Некоторые люди задают вопрос. Хорошо, вы собираетесь у мобильных операторов, что ли, забрать их клиентов? Нет, уважаемые. Сегодня рынок развивается настолько стремительно, что мы будем набирать этот объем за счет нового спроса. Сегодня мобильные операторы существующие, они не могут уже обеспечить именно потребность в интернете, в мобильном интернете, в связи. Я уже говорил, что те технологии, которые они применяют, они не позволяют это обеспечить. За ближайшие 5 лет рынок увеличится в 100 раз, можете себе представить. Сейчас я хочу рассказать о самой компании. Итак, проект этот называется World Your Network. Компания основана в 2011 году, главный офис Майами. Акции компании продаются на американской бирже. Сегодня существует, вы видите, на этой картинке 7 офисов. На этой картинке 7 офисов. Сингапур, 2 офиса в США, Лондон, Шэньчжэнь, Китай, Россия, Ирландия. Уже открылся офис в Индии. В ближайшее время открывается офис в Дубае, и перспективой является сейчас Бразилия и Италия. Я не буду сейчас говорить о том, как я отношусь к компании. Ну, вы понимаете, хорошо отношусь, но что бы я ни сказал, это будет субъективная информация. Вопрос еще, поверите вы или нет. Я предлагаю вам ту информацию, которая вызывает доверие. Это, к примеру, всем известный журнал Forbes, который пишет о нашей компании. Это всемирно известный журнал World Finance, английский аналитический экономический журнал. Это журнал World Street Journal и Business of Com. Business of Com, кто не знает, это аналитический сайт в интернете, который пишет о компании в прямых продажах. Мы сейчас как раз и заходим на этот сайт. Этот рейтинг называется Direct Selling Momentum Rank. Что это такое? Это моментум вообще, это скорость развития и перспективность. Итак, мы находимся в рейтинге 200 самых известных в мире компаний прямых продаж. Рейтинг составлен в октябре 2015 года. По этому рейтингу наша компания находится на 4-м месте. Кстати, недавно была на 6-м. То есть за последние несколько месяцев компания идет очень большой рост, и компания перешла уже на 4-е место. За счет чего рост, сразу скажу. Открылся индийский рынок, и только за 2 последних месяца партнерами компании стали около 200 тысяч человек. То есть представьте, за первых 2 месяца, а что будет через полгода? Немножко расскажу о руководстве. Президентом компании является итальянец Фабио Гальди. Это уникальный человек. Это гений в области технологий, это не мои слова, это текст, который я увидел в интернете. Ну и сами посудите, несколько фактов. В 1994 году, когда Фабио Гальди было всего лишь 22 года, он основывает второй по величине в Италии и пятый в Европе провайдерскую сеть. Представьте себе, 1994 год, когда 90% для вообще людей на Земле вообще не знали, что такое интернет, этот человек уже зарабатывал первые миллионы долларов. То есть
Этот человек обладает очень потрясающим видением того, что будет популярно в мире из области технологий через 5-10 лет. Далее, 2002 год. Он представил один из первых, первую технологию тачскрин. Что это за технология? Это та технология, которая сегодня применяется в смартфонах и во многих компьютерах уже. С той разницей, что свое применение эта технология нашла в первом смартфоне Apple в 2007 году, а разработана она была уже как технология в 2002 году, за 5 лет до этого. 2005 год он разработал одну из первых успешных платформ VoIP. Что такое VoIP-платформа? Это IP-телефония, это та технология, с помощью которой сегодня работает Skype. Собственно говоря, и вебинарная комната это работает, Viber, WhatsApp и многие другие мобильные приложения. У компании очень много наград, я сейчас не буду об этом говорить, очень много рейтингов за это время ставили компанию в ряд самых известных компаний в мире, и реально сегодня наша компания находится на уровне таких огромных компаний, как Google, Apple и многих других. Сейчас я хочу познакомить еще с одной новинкой. Это новичок в индустрии носимых технологий. Кто не знает, что такое носимые технологии? Это технологии, естественно, из области техники, из области компьютерных технологий, связи, которые мы носим с собой. Так вот, здесь на этом слайде представлен первый в мире мощный компьютер, который называется «Умные очки». Еще раз говорю, такого уровня были какие-то проекты, но они были очень слабенькие. И я хочу сказать, когда был представлен в прошлом году, в декабре, в Дубае, в Всемирном торговом центре, была презентация этого продукта, к примеру, компания Google закрыла свой проект Google Glass и пустила его на доработку. Сейчас 3-4 компании мировых разрабатывают аналогичный продукт, но сегодня с гордостью я могу сказать, что компания Worm выпустила сегодня единственный в мире мощный продукт, который здесь представлен, пока мы не имеем конкуренции в этом плане. Итак, Space Lumina – это первый в мире носимый компьютер или умные очки, который принимает сигнал MCL 5G. То есть мы видим уже второй гаджет, который принимает сигнал MCL 5G. А раздает MCL 5G, если мы помним, Space Station. Как раз наша вышка, которую мы приобрели, пользуемся сами и раздаем окружающим. Сегодня компьютер продается в 50 странах мира. Вообще наша компания еще и разрабатывает софтвер, то есть программное обеспечение. В нашей компании сегодня есть 7 мобильных приложений. Вообще мы сейчас говорим о бизнесе, и я просто в качестве примера хочу сказать, ну, если у человек задает вопрос, а мобильное приложение, можно с помощью их зарабатывать? В прошлом году было продано такое мобильное приложение, как WhatsApp, причем это приложение было продано просто за астрономическую сумму, около 20 миллиардов долларов. То есть простое мобильное приложение, которое побило все рекорды по подписке, оно буквально за несколько лет набрало около полумиллиарда человек, оно было продано просто за огромные деньги. Так вот, компания разработала 7 мобильных приложений, эти мобильные приложения позволяют делать звонки более 100 стран мира за копейки, передавать сообщения, видеозвонки. У нас есть облако на 1 терабайт памяти, интернет, ну и, конечно, видеоконференция, с помощью которой не могу сказать, что общаюсь, но вы слышите меня, а я, собственно, и тот сбой, который сейчас был, он был не за счет комнаты, а за счет, опять-таки, пиковой нагрузки, видимо, на моей линии интернета. Итак, Sword вы можете зарабатывать всегда, когда кто-то использует смартфон для звонков, сообщений и интернета. Вы можете зарабатывать всегда, когда люди, ваши знакомые, используют те гаджеты, о которых мы сказали. Это действительно потрясающая новость. И если вы хотя бы знаете одного человека, который сегодня уже звонил либо пользовался интернетом, вы можете работать и можете зарабатывать на этом рынке. Если ваш ответ «да», у нас есть план, по которому вы можете стать успешным и зарабатывать деньги.
Итак, этот план имеет 4 направления, но перед тем, как рассказать об этом плане, я хочу ответить на вопрос, потому что многие люди, особенно когда приходит новый незнакомый бизнес, они задают вопрос: хорошо, я буду что-то делать, а выплатят ли мне то, что я заработал? Так вот, хорошая новость, компания с 2011 года выплатила уже более 100 миллионов долларов комиссионных. И еще очень важный момент, на мой взгляд. Компания говорит нам: станьте нашими партнерами, мы будем продвигать этот бизнес. Компания говорит: я на себя беру юридическую часть, я на себя беру разработку и производство, а вы на себя возьмите продвижение. И прибыль мы будем делить пополам. Поэтому партнерская программа предусматривает выплату партнерам 50% прибыли. Это, я считаю, очень честно. 4 источника дохода. Итак, первое – это личные рекомендации. Другими словами, если вы порекомендовали, например, в тех странах, где компания зашла как мобильный оператор, просто купить симку, потому что вы ею пользуетесь и вы экономите деньги, вы получаете доход. Если вы рекомендуете купить, к примеру, телефон, либо Space Computer, вы получаете доход. Но это разовый доход. То есть, как только человек что-то купил, вы сразу в ту же секунду получаете деньги. Но если вы хотите получать серьезные деньги, получать пассивный доход, естественно, вы строите команду. Поэтому второй источник дохода, он идет от строительства команды. Третье. Доля от дохода компании. Компания действительно готова поделиться с вами своими доходами. Я уже об этом говорил. Как только у вас появляется Space Station, как только вы раздаете сигнал, компания вам выплачивает пассивный доход. И четвертое, новый стиль жизни. Когда вы начинаете зарабатывать деньги, компания начинает заботиться о вас и помогать вам менять стиль жизни еще своими предложениями. Итак, из этих 4 источников дохода следует 15 бонусов. Первых 2 бонуса – это выплата 10% за любую рекомендацию прямо в ту же секунду. Далее идут бонусы на построение бизнеса. Как вы видите на этой картинке, для того, чтобы построить бизнес, вам нужно найти минимум всего лишь 2 партнера. Вы получаете доходы от ежемесячных оплат за связь, ежемесячных оплат за интернет. Вы получаете доходы, если вы постоянно активны, то есть если вы 12 месяцев активны, у вас появляется 13-я зарплата. Вы получаете доходы, если ваша структура строится правильно, вы имеете возможность обучаться, если вы растете по карьерной лестнице, вы получаете доходы от тех людей, которые вами приглашены, и те люди, которые пригласили, те люди, которых вы пригласили, на 7 поколений в глубину. То есть, помогая людям вашей организации, вы получаете доходы от их доходов. Я хочу более подробно остановиться на 2 видах бонуса. Первый вид бонуса – это Builder Pool бонус. О чем он говорит? Я уже говорил о том, что и в ролике, кстати, было сказано, чем больше станций вы установите, тем больше денег вы заработаете. Это первое, можно сказать, условие. Вообще, этот бизнес можно строить 2 способами, на мой взгляд. Первый способ, ну, можно так сказать, традиционного мышления. То есть пришел человек с традиционным мышлением, он говорит: да, я хочу построить этот бизнес, мне надо расставить вот эти вот станции. Чем больше станций я расставлю, тем больше я буду получать доход. Он покупает 10-20 станций, расставляет их дома у себя, в кафе, ресторанах, гостиницах, общественных каких-то местах. Естественно, с каждой станции он получает деньги. Второй способ, если у человека нет столько денег, а человек купил просто 1 станцию для собственного потребления, он может просто, продвигая информацию людям, люди по его ссылкам будут покупать эти продукты, развивается структура, и он получает не только от той станции, которую он купил за свои деньги, но он получает деньги, пассивный доход, от тех станций, которые находятся в ее структуре. Но для того, чтобы структура быстро развивалась, вот такие станции должны очень-очень быстро продаваться во всех странах. Поэтому Builder Pool бонус – это бонус, который придумала компания для того, чтобы эти вот станции просто разлетали.
Здесь я должен сказать о том, что наша компания – это микрофранчайзинговая компания. Вообще, есть в России претенденты такие. Вот особенно в Сибири, в Якутии. В свое время компания Билайн не имела своих вышек, потому что, ну, вообще, даже здесь, вот, как бы в средней части, где-то в центре России, построить такие вышки очень дорого, а, к примеру, в Якутии, в вечной мерзлоте, это просто колоссальные деньги. И вы знаете, что она сделала? Она начала продавать франшизы. И местные богатые люди начали покупать франшизы. То есть, что это значит? Вы покупаете франшизу, вы вкладываете своих там 150-200 тысяч долларов, ставите вышку и получаете от этой вышки работает, вы получаете доход. Точно такой же принцип у нас. Разница только в том, что франшиза у нас стоит не 150 тысяч, а 150 долларов. Если вы покупаете такую франшизу, вы начинаете получать пассивный доход от всех вышек, ну, условно, Space Station, которые купили вы, либо по которой покупают ваши партнеры. Так вот, для того, чтобы эти франшизы быстро продавались, для того, чтобы Space Station быстро покупались во всех странах мира, компания придумала бонус, который будет выплачиваться вам, представляете, в течение 12 месяцев вам будет выплачиваться 5% от мирового товарооборота Space Station. То есть, если вы в этом месяце купили Space Station, то 5% от мирового товарооборота за следующий месяц будет разделено на всех людей, которые в этом месяце купили Space Station. Я не знаю, понятно или непонятно, но еще раз. Если в этом месяце купили 1000 Space Station, а в следующем месяце купили 2000 Space Station, так вот, от стоимости 2000 берется 5% и отдается нам, тем, кто купил 1000. Понятно. Что это дает? Это дает возможность в течение 12 месяцев вернуть те деньги, которые вы вложили в Space Station. Так вот, наша компания – это микрофранчайзинговая компания, которая продает франшизу и продает инструменты. Любой человек, который купил инструмент, он уже по умолчанию начинает получать пассивный доход. Пассивный доход вы получаете тогда, когда этот инструмент Space Station начинает работать, и в течение первых 12 месяцев компания возвращает вам вложенные деньги. То есть надо понимать, что это всегда не будет, но первое время для того, чтобы создать сеть во всех странах и в разных городах, компания пошла на такой уникальный шанс, уникальный шаг. Далее идут бонусы, которые связаны уже с хорошей жизнью, которые связаны уже, вы видите, с поездками, с очень хорошими подарками. Но я сейчас хочу ответить на вопрос, можно ли заработать в компании и какие деньги можно заработать. Итак, те новые вещи, какие новые технологии, новые продукты, о которых я сегодня рассказал, они появились только в этом году. Раньше были мобильные приложения, и были немножко другие предложения и другие гаджеты. Так вот, несмотря на это, за 4 года работы компании 6 человек из числа партнеров компании вошли в список самых богатых партнеров компании «Прямых продаж». Вот здесь вот представлен как раз-таки, ну, можно сказать, скриншот только первой части рейтинга 200 самых зарабатываемых, ну, можно сказать, сетевиков, потому что в состав компании «Прямых продаж» входят еще и сетевые компании. Итак, март 2015 года, обратите внимание, то, что черными 23, 31, 50, 55, 87, 113 место, как раз именно люди. Доходы от 300 тысяч долларов в месяц до 125. Вообще, за 4 года в компании появилось 12 долларов миллионеров и... тысячи людей сегодня зарабатывают очень серьезные деньги. Тот проект, который сейчас начинается, он даст возможность компании очень быстро развитие. И, конечно же, за ближайший год, я думаю, появится и долларов миллионера, и людей, которые зарабатывают очень солидные деньги. Ну, я думаю, в 5-10 раз больше, чем за предыдущие 4 года.
Итак, я сейчас хочу остановиться на специальной акции, акции, которая продлится до конца этого месяца. Первое. Если человек хочет купить, приобрести какой-то гаджет или, к примеру, пользоваться каким-то мобильным приложением, он может просто бесплатно зарегистрироваться, так же, как делают все люди, заходя на продающие какие-то интернет-сайты, то есть это обычная регистрация. У нас это называется ремендер. Но если человек хочет покупать все продукты уже по оптовой цене, он один раз платит $49, он становится консультантом, у него появляется свой интернет-магазин, и он оплачивает товар и получает этот товар по системе доставки уже по оптовой цене. У него даже появляется возможность даже зарабатывать, если по его ссылке будут люди также покупать. Но это еще не бизнес. Первый бизнес-пакет, который вы видите, $549. Что туда входит? Называется он мастер. Туда входит самое главное, что надо для бизнеса, входит микрофраншиза, как я уже говорил, за $150. Туда входит уже Space Phone, который стоит $370. Телефон стоит $350 и $20 это доставка по России. В каждой стране она немножко разная. И входит один месяц оплаты 7 мобильных приложений. Так вот, это очень перспективный пакет, потому что мы с вами говорили несколько минут тому назад, что наш телефон можно сравнить с айфоном. Разница в том, что iPhone сегодня стоит $700, $800, $900. Вот я вот сегодня вспомнил пример. Вот один мой знакомый где-то 1,5-2 года тому назад поехал в Москву. Он работал несколько месяцев, ну, парень молодой, и купил себе за $800 iPhone. Случайно его выронил, и у него треснул экран. Если бы он и совсем разбился, у него вообще ничего не осталось. То есть так у него остался треснутый такой некрасивый телефончик, и память о том, что он 2 или 3 месяца там просто на стройке пахал по 12 часов. Так вот представьте себе, что если бы у него телефон разбился, у него бы вообще ничего не осталось. Сегодня, если вы покупаете этот пакет, вы получаете телефон, который по своим техническим характеристикам сравним с iPhone 6, но обладает теми свойствами, которые не обладает ни один телефон в мире. И самое ценное, что здесь есть бизнес. Поэтому, если вы случайно обронили такой телефон и разбили, благодаря бизнесу под ключ, вы уже за следующий месяц можете заработать уже на несколько таких телефонов. Следующий пакет 869. Называется он Executive. Кроме того, что входило в предыдущий пакет, сюда входит уже Space Station. И поэтому он предназначен для людей, которые сегодня готовы развивать бизнес, строить свою сеть и создавать условия, при которые всю жизнь будут, они будут получать пассивный доход. Как я уже говорил о том, что если вы купили инструмент Space Station, даже если вы больше ничего не делаете, Space Station дает сигнал, раздает его другим людям, вы уже получаете пассивный доход. Единственное, надо понимать сегодня, что если у вас одна Space Station, вы будете получать пассивный доход, но он будет небольшой. Поэтому если вы будете активны, если вы будете развивать свой бизнес, если вы будете продвигать информацию, то та организация, которая может вырасти у вас, она будет давать неограниченный доход. Дальше я хочу сказать об акции, которая продлится только настоящий период. Вообще периоды у нас длятся неделю, ну очень редко 2 недели. Так вот, только в этом периоде и только на пакете Executive увеличивается фастап. То есть, если по вашей рекомендации человек купил пакет на 869, вы вместо $80 в ту же секунду получаете $160. Это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость состоит в том, что если раньше за такой же пакет вы получали 300 CV, то сейчас вы получаете 400. Но на самом деле получаете 420. Вот у меня реально появился такой пакет. Буквально вчера я получил 420 CV. Итак, в этот пакет входит франшиза $150, входит телефон, входит Space Station. Кстати, на 32 подключения
А с PlayStation на 23 подключения стоит $900. Сейчас в этом пакете вы его покупаете за 300, поэтому вы экономите $600. Можно сказать, что вы экономите на PlayStation $600, а можно сказать, что телефон бесплатно. Вот как хотите, так и считайте. Можно сказать, что не только телефон бесплатно, но еще скидка на PlayStation. Наверное, так даже звучит лучше. Итак, сейчас действительно твой час настал, потому что сегодня та информация, которую вы сегодня получили, это революционная информация, это возможность действительно создавать бизнес и зарабатывать на огромном рынке с солидной компанией, эксклюзивной передовыми продуктами и технологиями. Не живи чужими мечтами. Прими решение для достижения своей мечты, потому что ты реально сможешь это. Потому что тот бизнес, который ты сегодня можешь купить за стоимость телефона, который бы ты и так купил, это возможность бизнеса под ключ. Вы видите, что сегодня проводится, я провожу презентацию, такие презентации у нас проводятся сейчас в среднем 2 раза в день. У нас проводится очень много обучения, у нас сегодня в разных городах проводятся академии, проводятся всевозможные другие мероприятия. У нас сегодня открываются страны, у нас сегодня открываются континенты. И у каждого человека, который имеет интернет, ну при условии, чтобы он работал немножко лучше, чем вчера у меня, вы можете построить огромный бизнес. Немножко расскажу о себе, о своих результатах. Я пришел в компанию 14 ноября, буквально через полмесяца будет уже год работы компании. Я добился очень хороших результатов, я не хочу называть суммы там в долларах, ну поверьте, это очень хорошие деньги. Причем эти деньги я заработал не только как человек, который строит структуру, потому что я имею определенный опыт. 10 лет я уже работал в области прямых продаж, поэтому, естественно, я строю бизнес. Я строю бизнес, начиная строить свою сеть. Причем сеть эту я строю в разных странах. Это Беларусь, это Украина, это Германия и Россия. И сейчас появилась Индия. Это меня очень радует. Но в компании, я сейчас не говорил об этом, есть еще одна возможность. Есть возможность быть инвестором. Потому что компания, кроме всего, есть еще направление, это строительство электростанций по всему миру. Последнее время строили электростанции в Японии, но буквально через неделю-полтора мы получим информацию о новом проекте, о первой электростанции в Дубае. И об острове в Дубае. Так вот, вы знаете, что в Дубае есть такие насыпные острова. Компания выкупила 3 гектара земли и начинает строить еще, открывается еще один проект, в котором мы с вами можем участвовать. Это проект строительства 150 коттеджей и отеля-резорт. Так вот, мы с вами на долевой основе можем участвовать и получать очень хорошие проценты от своих вложений. Никогда раньше обычный простой человек не мог участвовать в таких проектах, как строительство электростанции, строительство самого дорогого жилья в мире и так далее и тому подобное. Компания, действительно, о которой я сегодня вам рассказал, она действительно уникальна. Она имеет такие возможности, которые сегодня ранее не имела ни одна компания и вообще таких возможностей не было. Мы действительно реально сегодня работаем на самом быстром рынке. Рынке носимых технологий, рынке мобильной связи, рынке интернета. Сегодня, приняв решение, даже если у вас нет опыта, вы получите все необходимые знания. И, как я уже сказал, самое ценное, что вы получите по умолчанию за то, что купили инструменты, уже пассивный доход. А дальше вы просто будете вкладывать свои усилия благодаря своей и будете осуществлять свою мечту, просто будете расширять и увеличивать этот пассивный доход. Компания постоянно предусматривает еще мероприятия, которые изменяют нашу жизнь, которые изменяют наш стиль жизни. И весной следующего года компания уже разработала проект поездки на Бали. Естественно, поедут не все, а поедут только те партнеры, которые очень хорошо до весны поработают.
И если вы выполните те условия, которые здесь написаны, вы за счет компании, причем если вы один выполнили эти условия, вы можете взять с собой еще одного человека. Компания предусматривает оплату более 7 тысяч долларов за ваше посещение Бали. Это лучшие отели, это лучшие мероприятия. И, конечно же, после такого посещения ваше вообще отношение к жизни, ваше отношение к отдыху, ваше отношение к работе, оно полностью изменится. Еще не могу сказать о себе. Наверное, когда я пришел в этот проект год тому назад, наверное, у меня не было такого драйва, как сейчас. Потому что наша компания ускоряется, причем ускоряется очень значительно. И те люди, у которых большая цель, те люди, у которых большая мечта, они вот даже ночью не спят, потому что вот постоянно приходит такая вот мысль, вот опасность чего-то упустить. И ты работаешь больше, и ты достигаешь больше. И это очень приятно, потому что эта работа дает просто огромное удовлетворение.